Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале проверенной информации по поводу нашей игры. Если вы хотите знать информацию с официальных источников, а не кем-то придуманную, подписывайтесь на канал и жмите обязательно на колокольчик. Стараюсь специально для вас и рассчитываю на вашу поддержку в виде лайка. Я общаюсь с разработчиками постоянно, переписываюсь с ними. И да, я получил огромное количество комментариев под своим видео по поводу того, что кому-то квест не прилетел. С меня требовали ответа почему, и даже некоторые ребята злились, что я не отвечаю. Ребят, я не отвечаю, потому что пока я не получу информацию достоверную, я не собираюсь никого в заблуждение вводить. Как только получил достоверную информацию, как вы видите, выхожу с соответствующим видосом. Сегодня многим игрокам прилетели вот такие вот квестики на футбольную тематику, а некоторые игроки данных квестов не получили. Не переживайте, вы все получите, все нормально, все окей, и график приблизительно следующий. Разработчики в связи с тем, что квест подразумевает просто сыграть некоторое количество боев, переживают за то, что все игроки одновременно начнут заходить в бои, все будут халатно себя там вести, что приведет к негативным ощущениям других игроков, которые заходят в бой за победой, а не просто поставить галочку о заходе в сам бой. Поэтому разработчики решили подробить данные квесты для игроков на евросервере на 4 дня. Сегодня получили ряд игроков эти квесты, и завтра эти игроки получат новый квест для прохождения. Завтра другие игроки получают первичный квест, и на следующий день будут получать следующего уровня квест. И так будет в течение 4 дней. Сегодня получили первое, суббота, воскресенье, понедельник, еще 3 очереди. Поэтому не переживайте, вы дождете своего квеста и сможете его абсолютно спокойно пройти. Ребят, не делал красивого видео с какими-то красивыми боями на фоне, просто потому что не имею на это времени. Времени и возможности, но считаю, что полезное видео не обязательно должно быть красивым. Если вы со мной солидарны, поставьте лайк, пожалуйста, под видосом за мои старания и труды. Специально для вас стараюсь, побежал снимать следующее видео и готовиться к прямой трансляции. А вам, ребят, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.